Да, это деревянный мост, они поставили. Это открытая площадка. Ставлю 10 из 10 баллов этому городу. Вернее, я, ну, 9. Так, 10, но вообще 9, потому что у меня как бы Япония больше, так что Япония 10, это 9. Но вообще, если бы не Япония, то это 10 баллов. Здесь есть что смотреть, уникальные места, и там по 500-600 лет здания. Все сохранилось, все чисто, аккуратно, спокойно, вообще прикольно. Я думаю, здесь какая-то реставрация. Я всем советую сюда приехать, здесь классно. Здесь даже просто идешь по улицам, и это все интересно. Ну, на самом деле здесь вода прозрачная. Если я так смотрю на объекты внутри, то я их вижу. Потому что она, у нее такая зеленоватый цвет. Современные лодки. А как интересно зайти в эту базилику? Не, вот эту. Надо обойти ее с той стороны. Здесь явно реконструкция идет фасада. Закрыли все. А, такой ветерок. Здесь вход. Можно брать проездной на Вапоретто, на водное такси. Оно недорого стоит. И кататься. Наоборот, капитальное. Сидят все, отдыхают. Смотрят на воду. Там, я думаю, башня центральная, да. Основной сквер. Гондолы так их шатают. Можно обойти, пройтись до края, до открытой воды. Вот так садят гондолы, как он шатается. Капец. Здесь уже волны такие приличные. Да, вот этот я вижу. Собор основной. Мне кажется, Марка называется. Там основная площадь. Все, надо вернуться на мост. Капец. Идти надо далеко. Минут 15. Но здесь видок стоит посмотреть. Здесь прям выступ. Это чтобы корабли сюда не врезались. Офигеть. Их привязывают здесь, на этих столбах. Даже если поплыть, то может лодка, эта лодка задеть чуток. Сюда тоже здесь волны побольше. Тоже ходят с солнечной стороны. Я посмотрел, базилика закрыта. И она открывается в 3 дня почему-то. И еще я посмотрел,
что можно обойти до моста с левой стороны, где я не ходил еще, и попасть сразу на центральный остров через мост большой, который я смотрел. Так что сделаем сейчас марш-бросок по Гран-каналу. Он прям по краю идет, вся эта тропа. Я думаю, там еще кафешки есть. Может, у меня зарядка садится, осталось 15%. Я вот думаю, или на центральном острове где-то прибомбиться в кафешке. Чайка, у нее процедуры. И главное, здесь туристов нет. Они идут все по правой стороне, через улицы. Да, Венеция классная. Если я успею сегодня пройти, все, то, скорее всего, сюда не приду больше. Хотя у меня есть еще понедельник, вторник, среда. Завтра в субботу, я думаю, в Падуа, может, поеду. Там посмотрю места. Потому что здесь надо в будни ходить. И так как забастовка в воскресенье, транспорт не идет, в субботу может быть проблематично, ограниченный транспорт, то может Падуа. А в понедельник сюда или в эти три дня в будни можно прийти еще раз. Посмотрим. Здесь ресторан целый. Вот я здесь был. Идем дальше. Здесь нет прямого прохода сюда, оттуда. Здесь только за базиликой. Здесь дороговато будет посидеть. Мне как бы вид не нужен. Мне нужна зарядка. Зарядка и круассан. И здесь еще солнечно такая, со стороны солнца. Точка. Темень. В принципе, туда можно пройти. Волны достают сюда. Вот там туристы уже видны. Из-за воды здесь прохладно. Мне 13 минут идти до моста. Вот здесь гондолы выставляют, плавают. Я думаю, на этих штуках их ставят. Паладио. Здесь камеру можно не выключать, здесь постоянно что-то. Плывет, ходят. Солнце жарит капитально. Хотя не холодно из-за воды.